программа «День с толком». В студии Андрей Дриер. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Звоните с вопросами. В крае начнет работу единая горячая линия по коронавирусу. На Алтае увеличили объемы производства гречки. Бизнесу помог коронавирус. Для исторических зданий Барнаула утверждены охранные границы. Спасет ли это нашу архитектуру? В Алтайском крае начнет работу горячая линия по коронавирусу. Открыть линию для звонков поручил губернатор региона Виктор Томенко. По единому телефону жители смогут узнать самую актуальную информацию о COVID-19. На сегодня в нашем регионе официально не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, но в соседних субъектах он уже подтвердился у нескольких человек. Предусмотрен большой комплекс мер по профилактике этого заболевания. Поступает много поручений, решений и рекомендаций. Все их нужно выполнять. Возможно, этих мер будет недостаточно, и работу нужно будет усилить. Мы должны быть готовы к этому. Напомним, на днях горячую линию открыла и прокуратура края. Телефон у вас на экране. Вы можете позвонить по нему, чтобы сообщить о завышениях цен на товары первой необходимости во время пандемии. С пятницы в прокуратуру поступило 24 жалобы. Из продуктов лидируют крупы, сахар и яйца. А из аптечных товаров – антисептики и маски. С последними дела плохи. В городе дефицит медицинских масок. А в одной из торговых точек зафиксирован спекулятивный рекорд. За упаковку 50 масок попросили 3300 рублей. В Алтайском крае не хватает врачей-инфекционистов. Для восполнения дефицита специалистов в регионе намерены проводить переподготовку среди врачей смежного профиля и студентов-медиков. Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции в Минздраве края. Напомним, с 18 марта в крае в связи с угрозой распространения коронавируса действует повышенный режим готовности. В регионе подготовлены стационары для приема больных, проводится обучение и повышение квалификации медицинских работников младшего и среднего звена. Также ведется работа по предотвращению опасности заболевания среди пациентов групп риска. Это хронические больные, а также люди пожилого возраста. Поликлиники на сегодняшний день будут максимально свою работу строить так, чтобы пациенты, еще раз, которые могут потенциально заболеть, они находились у нас дома. На Алтае увеличили объемы производства гречки. С приходом коронавируса этот продукт стал одним из самых востребованных в стране. Этому вопросу даже уделил внимание министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на селекторном совещании в Москве. Алтайский край на нем представляли зампредседателя правительства Александр Лукьянов, директора пищевых, перерабатывающих предприятий и торговых сетей. Участники обсудили, что в некоторых субъектах страны спрос на гречиху вырос в несколько раз. Поэтому сейчас Алтайский край наращивает объемы производства, так как региону достаточно 10 тысяч тонн в год. А производим мы, судя по урожаю 2019-го, почти 400 тысяч тонн. Это практически половина от общероссийского объема. По словам Лукьянова, сейчас переработка выведена на полную мощность. До середины апреля предприятия будут отгружать крупу по ранее заключенным договорам. А это 41-43 рубля за килограмм. С учетом увеличения почти на 30% объема выдавливаемых гречневой крупы, на 24 марта остатки зерна товарной гречихи составляют у нас порядка 290 тысяч тонн, около 40 тысяч тонн. Это на складах предприятий, перерабатывающей промышленности. Это фактически в среднем, будем говорить, 30-дневный запас. Повышенный спрос на гречку был и в Алтайском крае, но сейчас, по данным Лукьянова, ситуация стабилизировалась. Однако в торговых сетях фиксируют рост стоимости гречневой крупы. За неделю она подорожала на рубль 10 копеек. Центр обслуживания сибирской генерирующей компании вслед за другими организациями прекратил личное общение с клиентами. Причина – профилактические мероприятия в целях нераспространения коронавируса. Как теперь передать данные счетчиков или справку в соцзащиту, расскажем далее. Клиентам переживать не стоит. В СГК предусмотрели несколько способов неличного общения. Во-первых, в фойе офиса на Гоголя 36 установили клиентский ящик. Все пожелания и просьбы, а также данные счетчиков можно написать на бумаге и сбросить туда. Документы обещают рассмотреть оперативно. Юридические лица могут также писать на электронную почту или сайт компании. Обязательно обращаю ваше внимание, чтобы было два документа. Акт снятия показаний и посуточная распечатка теплоносителя, то есть распечатка с прибора учета.
Много вопросов у клиентов и о том, как получить справку в органы соцзащиты. Потребитель также приходит на Гоголя 36, в фойе пишет заявление, оставляет в клиентском ящике. Мы потом самостоятельно формируем справку и направляем в органы соцзащиты. То есть потребителю сюда уже не надо приходить. Если вопросы у клиентов все-таки остались, можно позвонить по номеру колл-центра, телефон на ваших экранах. Пока очное общение с клиентами СГК прекращает на 2 недели, но в зависимости от ситуации в крае оно может продлиться и дольше. Татьяна Голубева, Алексей Фризин, «День с толком». К другим темам. На несколько лет могут лишиться свободы граждане Украины, которых подозревают в торговле наркотиками на территории Алтайского края и Республики Алтай. Накануне сотрудники ФСБ задержали 5 украинцев. Злоумышленники занимались продажей синтетических наркотиков. У них обнаружили около 3 килограмма синтетики общей стоимостью 7,5 миллионов рублей. Украинцы принимали заказы по интернету, фасовали вещество и делали закладки. Всем членам группировки грозят большие сроки. Для исторических зданий Барнаула утверждены границы, а точнее определен список зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в центре города. Какое значение новый документ имеет для будущего облика туркластера и поможет ли он возродить территорию бывшего сереброплавильного завода, выяснял Илья Кочетков. Специалист Алтайхранкультуры Елена Кабанова говорит, дождались. Ранее проект зоны охраны разрабатывали только для сереброплавильного спички. Без этого документа нельзя было начать реставрацию. Он должен был определить, где точно проходят границы исторических памятников, какие работы можно и какие нельзя производить и так далее. Но федеральный Минкульт проект раз за разом отклонял. Новый же документ прошел на ура и в Москве, и на общественных слушаниях в Барнауле. Может, потому что на этот раз описывает практически весь исторический центр города, от Мамонтова до Гоголя, включая Демидовскую площадь, от Ленина до Радищева. Первое, мы определяем территорию, где мы проводим только реставрацию объектов. Второе, мы определяем территорию, зону регулирования застройки, в которой определяется плотность застройки, высотность застройки, какой объект мы можем разместить. В истории Барнаула объясняют в охранкультуре настолько детального единого документа, описывающего правила застройки и благоустройства исторического центра, еще не было. Теперь один закон будет действовать для нескольких кварталов, что расположены на территории туркластера. Для отдельных участков оговариваются даже детали. Например, заборы должны быть прозрачными. Новые здания стилизованы под старину. На старых никакого теперь сайдинга. Деревья оговариваются вплоть до пород. И, наконец, особое внимание будет уделено высоте новых зданий. Это от 9 до 14 метров. Самым высоким зданием в центре останется филармония. Такое ограничение, считают чиновники, охладит пыл любителей точечной застройки. На территории же сереброплавильного новое строительство теперь вообще запрещено. Так что те, кто опасался появления на этой заповедной земле торгового центра, могут вздохнуть с облегчением. Илья Кочетков, Алексей Фризин, «День с толком». Продолжает тренироваться, несмотря ни на что. Наш земляк-легкоатлет Сергей Шубенков, который сейчас на сборах в Сочи, был против того, чтобы Олимпиаду 2020 года переносили. Хотя он понимает, что подготовка многих иностранных спортсменов к этим важнейшим стартам срывается. Я, конечно, против был изначально и, в общем, до сих пор против, потому что, ну, когда у меня подготовка регулярно что-нибудь срывается, приходится корректировать, все нормально, никто ничего не переносит. Но когда большого числа народу решили, что все-таки надо что-то с этим делать. Ну, решили, что придется теперь на следующий год те же самые задачи решать, что и сейчас. Сейчас на сборах Сергей продолжает подготовку. Правда, в мае и июне крупных международных стартов не будет. Но, возможно, в августе состоится чемпионат Европы. Конечно, спортсмен расстроен. Уже 2-я его Олимпиада находится под угрозой срыва. Но всякое бывает, резюмировал Сергей беседу с нашим корреспондентом. Опасный серфинг для четвероногого. Барнаульским спасателям удалось помочь дрейфующей на льдине собаке. ЧП произошло на реке Обь в районе научного городка. Поздно вечером хозяйка животного позвонила в экстренную службу. Женщина сообщила, что собака вырвалась во время прогулки вдоль берега и выбежала на лед. Растерявшийся пес по кличке Оскар метался по льдине, скулил и пытался вернуться к хозяевам. Прибывшим спасателям потребовалась лодка и время.
Пробираться в темноте пришлось неспешно из-за хрупкого льда и полыньи. Испуганная собака не сразу доверилась спасателям. За поводок, за поводок. За поводок и тащите, он ничего не сделает, он испуганный. Ура! Да ты мой сладкий! Хозяева «Оскара» написали благодарность руководству службы спасения с просьбой поощрить всех причастных к возвращению питомца в семью. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!